Вот такая вот замечательная розовая мышка в шарфике. Выглядит она вот так вот. Она бело-розовая, у нее вот такие вот красивые глаза. Почему-то захотелось начинать с глаз. Я не знаю, почему так у меня получается. Носик у нее такой красивый, он вот трехцветный такой, необычный. Вот. Вот такая мышка, у нее вот такие усики вот сделаны вот так. Необычно, они в разные стороны вот торчат. Кстати, у нее мордочка тоже сверху розовая, снизу белая, вот. И ушки, ушки у нее. Вот. Что могу сказать об ушках. Ушки у нее тоже вот такие вот. Сзади у нее голова вот такая вот. Такая интересная, красивая мышка. Вот сверху у нее голова. Вот так вот смотрится это. Очень-очень красиво. Вот. Вот. Такие замечательные у нее лапки. Вот. Голубенькая тут. Розовая вот. Белый такой красивый животик. Ну и бело-розовый шарфик на ней одет. А вот этот язычок, который у нее торчит, это мне очень нравится, вот. Он, правда, сделан тут, немножко с белым цветом, кажется, вот. Так, вот, красиво, вот. Вот, фирменный знак на ней есть. Но я на него не могу никак навести, чтобы прочитать. Короче, Майденчина. Майденчина, кто знает, что это такое всего. Вот так вот она выглядит. Вот так вот она выглядит сбоку. Вот. Такая замечательная мышка. Почему-то вот, хотел лапки показать. Вот. Лапки, лапки, лапки. Так она выглядит вот сбоку. Вот. Можно еще вот так вот ухо делать. Ухо у нее шевелится. Вот. Сзади, снизу вот. Она выглядит вот так вот. Это зад у нее. А это у нее хвост такой вот. Хвост такой вот. Это у нее вот такая вот спина. Спина у нее тоже красивая. Кстати, лапки вот со стороны спины тоже очень красиво смотрятся. А хвостик красивый тоже смотрится. Очень-очень красиво. Поэтому вот такая вот интересная мышка. Надеюсь, всем принесет удовольствие от просмотра. Вот.